Сегодняшняя авария произошла в начале 8 утра. По данным ГИБДД, водитель «Газели», 54-летний мужчина, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Последовал сильнейший удар в «Ладу Гранту» и автомобиль «Исузу». Отечественную легковушку буквально разорвало. Основной удар пришелся именно на ее водителя и пассажиров. Эх, вон трупаки валяются. Раз, два. Не смотрите, Катя. 2-3 человека наглухо прям переломанные, как куклы. Очевидцы ошиблись. Погибло не 3 человека, а 2. Мужчина и женщина. 57 и 52 лет. Травмы и ранения получил 33-летний пассажир «Газели». Самая вероятная причина, почему водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, — уснул за рулем. По показаниям свидетелей, за несколько минут до аварии автомобилист буквально вилял по дороге. Между тем, эта трасса уже давно пользуется недоброй славой. К сожалению, автодорога М7 «Волга», Москва-Уфа, которая проходит по территории Нижегородской области, достаточно часто приносит ДТП с транзитным транспортом. Связано это и с усталостью водителей, порой с незнанием специфики дороги. За сутки до этого жуткого ДТП практически на этом же месте случилась еще одна авария с летальным исходом. Тогда погиб водитель легковушки. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.